А те, кто репостнет эту запись с видео у меня на стене, то я разыграю между вами сигны. 2 или 3 точно. Так что все в ваших руках. Прикиньте, Сергеотис держит ваше имя в руке. Прикол. Че творим, бро? Меня зовут Сергеонис, и это потерянный эпизод Gravity Falls под названием «Смерть дяди Стэна». Алекс Хирш долго не рассказывал об этом потерянном эпизоде, но потом все же решил рассказать. Вот в этом интервью. Да, существует одна такая серия, которую никто не должен видеть. Мы не ожидали, что получится такая серия. Мы просто пришли на утро, а там была эта серия. Я скинул ее быстро себе и никому ее никогда в жизни не показывал. И думаю, никому не покажу. А теперь сам потерянный эпизод. К счастью, мне удалось уговорить Алекса, чтобы он отдал мне этот потерянный эпизод. Теперь я могу показать его вам. Серия началась как обычная. Показано, как дядя Стэн чинит портал, чтобы вернуть своего брата Форта. Он запустил портал, и начались аномалии. После этого была заставка. Заставка была не такая, как обычно. Она была странная и страшная. Все репело и было ужасно. После заставки показано, как Мейбл рассказывает Дипперу о странной двери. Мультик был как-то странно нарисован. Цветокоррекция была какая-то не очень приятная. И это больше отвергало, чем привлекало. Как оказалось, за этой дверью есть фейерверки. Диппер радовался, и они уже хотели идти их взрывать. Но вдруг их заметил прадядя Стэн и накричал на них, чтобы они не запускали их без него. Начались помехи, которые длились около 15 минут. Сама серия длилась 25 минут, а без помех всего 3. После каждых помех картинка становилась все хуже и хуже. После этих помех показано, как дети и Стэн запускали фейерверки. Им было очень весело. Пока не пришла милиция и не сказала им все убрать, они начали убирать. Но Стэн куда-то отошел. Он что-то бормочал себе под нос. После на него было наведено много красных прицелов. Тут и началось страшное. К сожалению, по правилам Ютуба я не могу вам это показать. Но в Стэнфорда выстрелили, и из него пошла кровь. На выстрел пробежали дети, и Мейбл очень сильно закричала. Это был какой-то необычный крик. Он разъедал мои уши. Я думал, что у меня опять поет кровь. После были показаны похороны, а портал взорвался, подорвав всю долину Gravity Falls. На этом все. Чтобы Сергеонис поставил лайк тебе, это всего-то 2 секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал. А также расскажи об этом видео своим друзьям. И помни, это всего лишь мое воображение.